Так, последнее полотно в угол. Клей. Валик 10 сантиметров, ручка 48. Ага. Так. Растушевываю. Да? Так, сейчас низ еще намажем. Верх уже у меня подписан. Верх подписан, низ не подписан. Значит, сейчас я мазану низ. Стыковочка. Так. Все хорошо. Стыкуем. Вышел лишнего. Вот так. Так это есть. Формирую, ребята, стык. Потолочным плинтусом. Так, вот это толщина. Все хватило мне, видите, как все хорошо. Так, как тут поступаем мы? Подрезка. Так, ребятки, я стою очень далеко. Сейчас что-то буду придумывать. Ой.
Ребятки, перевернула я стремянку, спиной стою. К стенке мне надо отрезать вверх. Так. Так, это есть. Что тут нарезала? Ничего, нормально. Так, это есть. Сейчас. Это разглажу. Там где тут у меня стык-то? Откуда я шла? Отклей от стык. Сейчас его валиком. Еще прокатаю. Надрезаем уголки тут. Так, немножко надрезала я. Формируем. Режем. Туда не подлезть. Так, ну сперва где подлезем, там, там. Так. Так, это и есть. Уголок. Уголочек. Ну, снизу сейчас я я тут стою ногами на верхней полке, где книжки стоят. Наверное, на 1,80 м.
Вторая на стремянке. Я боюсь, как бы она не разъехалась. Все, ребят, по этой стене осталось мне одно полотно над окном, сбоку с правого от стенки и внизу над под подоконником. Обоих не хватает, три рулона у меня ушло.